Зарядка с чемпионом прошла для жителей и гостей Люберец в день физкультурника. Главное в спорте разминка знает не понаслышке Валерия Каблова. Она серебряный призер Олимпийских игр 2016, участница Олимпийских игр 2020, чемпионка Европы 2014 года и заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе. Своим профессиональным опытом Валерия Каблова поделилась со всеми желающими. Гости праздника и активисты молодой гвардии выполняли вместе с Валерией наклоны, скручивания, растяжку. Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» прошла при поддержке партии «Единая Россия».